Понедельник в Самарской области малооблачно, местами небольшой дождь и гроза. Днем плюс 25, плюс 28, ночью 18-20 градусов выше нуля. Северо-восточный, северо-западный ветер, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, небольшой грозовой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 20 градусов. Северо-восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, дождь и гроза. Днем плюс 25 градусов, ночью 20 выше нуля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре безоблачно, небольшой дождь и гроза. Днем плюс 26 градусов, ночью 19 выше нуля. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%. Температура воды в реке Волга 23 градуса. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.